Всем привет! С вами канал Claudine Wolflava 25. И сегодня я, так сказать, сделаю обзор на мою видеообзор на мою Laguna Classroom. Видеораспаковку вы можете посмотреть вот здесь, на Ютубе. Секунду. Вот здесь вот на Ютубе распаковка Laguna Classroom. Вот так вот она называется. Там изображена я и моя подруга. Распаковка Laguna Classroom. И мы. Вот. Теперь займемся видеообзором. Все. Для начала начнем с самой Laguna, с лица. Секунду. Вот. Лицо у Laguna очень милое, очень она классная, короче. У нее такие даже, можно сказать, фиолетовые брови. Глаза, они у нее большие и выпуклые, зеленого цвета. У нее веснушки и голубые тени. И очень длинные ресницы нарисованные. Подводка клевая. У нее веснушки вот такие вот. И нежно-розовые губы. Тоже немножко такие выпуклые. Не такие, как у всех. Теперь прическа. У нее, секунду, вот такая вот челка. Она падает на глаз. Просто я ее уже водой смочила, чтобы она не была такой вот стоячей именно. Она может падать либо на глаз Laguna, либо ее можно убрать. И она будет вот такая вот челочка обычная. Вот так вот. Потом. Эта челка, у нее белые волосы с голубыми прядями. Только голубых прядей тут не очень много. На челке они есть. Извините. Вот. На голове у Laguna косичка. Заплетена вокруг ее головы, так сказать. Вот так вот. И тут резиночка. И все, закончилась косичка. И вот тут вот, возле уха Laguna... Тоже начинается косичка и тоже завязывается. Вот. Потом, уши у нее не такие, как у всех. Это я с головы все равно. Уши у нее не такие, как у всех. Они у нее, так сказать, такой формы, как бы, не знаю даже, как это сказать, если честно. Ну, короче, вот такие вот уши не такие, как у всех, такие с концами. Сережки. Вот сейчас второе ухо покажу. Секундочку, сережка запуталась в волосах. Такое часто с моей Лагуной бывает. А, да, и сзади волнистые обычные волосы, ну, даже прямые, можно сказать. И второе ухо точно такое же, как вы уже поняли. Сережки у нее одинаковые. Они изображены в виде вот такой вот узелок, как бы веревочка. Тут веревочка, вот опять узелок, и к нему привязан черный якорь. И на втором ухе точно там же сережка такая же. Дальше. У нее... Бусы выполнены в виде молекул, таких, так сказать, очень симпатичные бусы. Как бы они соединены, они розового цвета. Вот да, тут выполнены с желтой веревочкой и черными якорьками. Потом халат Laguna. Халат Laguna белый. Рукава его не доходят именно до плавников Laguna. То есть рукава не очень длинные. Халат обычный белый халат. Потом платье. У Laguna, секунду, вот платье у Laguna на черных шлейках, вот здесь вот с черной оборочкой, вот и вот. Оно выполнено в виде синее платье, тут беленькие вот такие вот бульбашки, пузырьки и черные якори. Потом у Laguna есть такие полупрозрачные плавники на руках, они не снимаются. И вот на второй руке тоже. У Laguna браслет. И пальцы у нее в виде перепонок. У нее светло-голубая кожа и пальцы с перепонками. Потом, и на тенях еще тут блеск, да, есть блеск, да. Вот, браслет у нее такой розовый, как бы какие-то волны. Вот, такой вот браслет. Очень-очень классный. Потом, ну вот, у нее есть плавники, вот такие вот, которые на ногах. Они снимаются легко и точно так же вставляются. Вот. Но они часто у меня что-то падают. Теперь туфли Laguna. Туфли Laguna
Черные, они одинаковые. Ой, черные говорю. Синие. Сейчас одну покажу. Синие туфли с черными полосками по бокам. Каблук у них на платформе коричневого цвета, даже такого светло-коричневого, с точечками. Тут идет на краю веревка, вот, и она продолжается по всему туфлю, вот так вот. И вот она отсюда вот идет веревочка, как бы на ногу уже. Вот так вот она закручивается. Ой. Вот. Вот дальше нога. Тут идет веревочка, закручивается вокруг ноги лагуны. Но тут уже цельная, как бы. Вот сейчас я вам покажу. Цельная. Вот оно как бы смещено, чтобы можно было одевать туфли. И тут выполнен такой большой желтый бантик. Вот такие вот лагуны туфли. Такая вот лагуна красотка. Мне она очень-очень нравится. Также к лагуне шла прозрачная подставка. Такая голубая прозрачная. Тут написано Monster High. Черепок Monster High, цепочки, там все такое. Она прозрачная. И сзади, не так, как у обычных подставок. Секунду. Этот просто. Ладно, уже будет так, пусть. Сейчас. Тут не так, как у обычных подставок. Тут она. Часть задней подставки. Она плоская, как бы, и по ней можно водить пальцем. Тут нету еще такого бугорка. Нету. Она плоская. Теперь аксессуары лагуны, ну, другие, которые шли к ней в наборе. Для начала начнем со шкафчиком. Я загружу видео в YouTube, где мы будем его украшать. Вот такой вот шкафчик шел к лагуне. Эту дверку мы примостили, то есть ее надо было приделать. Такой вот шкафчик закрывается. И тут такие вот штучки, чтобы шкафчик можно было ставить друг на друга. Вот так вот. К нему шел вот такой вот замочек, черепок. Вот такой вот замочек, который открывается очень легко. Вот. И закрывается. Сейчас я не об этом. Вот ее шкафчик. Вот этот вот крючочек, который есть в шкафчике, как, типа для одежды, он тоже отцепляется. И обратно вставляется. А потом к лагуне в комплекте шла дополнительная одежда. Даже серия Classroom, если я не забыла этого сказать. Вот такие вот штанишки голубого, даже такого цвета морской волны. Тут черные карманчики. Ну, как бы просто полосочки, туда нельзя залезть рукой. Тут вот, вот так вот вышито. Как будто тут застежечка вот так вот. И тут черная оборочка, и тут тоже черная оборка. Я ее немножко вот задела. Вот штаны сзади просто обычные, и они на липучке открываются. Потом к ней шла футболка. Вот такая вот. Тут белые, розовые и голубые спиральки. Она с рукавами и с вот такими вот как бы веревочками на боку. И у нее вот этот рукав обычный, а вот этот рукав покороче. Тут еще идет ленточка через плечо. Сзади футболки, она вся расстегивается на липучках. Вот, вот такая вот футболка. Теперь приступим к аксессуарам, которые шли к лагуне. Ах да, и у нее еще была прозрачная расческа. Вот. У нее была баночка в руках, когда она была в коробке. Вы можете посмотреть это на моем видео «Распаковка лагуны Classroom». Вот, шла такая вот баночка с крышечкой. Секундочку, я вынесу шапку. Баночка была изображена таким способом, что обычная баночка. Тут изображен черепок, он выпуклый. И сзади черепка тут такая вот мерная штучка, где показано, сколько вы налили воды. Но это так, для красоты оно как бы не является таким мерным способом. У нее такая крышечка с маленькой ручкой, и баночка открывается, как вы уже все поняли. В баночке была лягушка, вот такая вот трехглазая лягушка. Вот у нее такие глаза, у нее слеза вот здесь, вот она плачет, чтобы ее выпустили. И вот такие вот лапки, она хочет вылезти, просится вылезти. Вот так вот. Вот как смотрится лягушка в банке. Вот так вот.
Потом к лагуне шло разбитое яйцо. Оно как бы выполнено вот так вот на песке. Тут яйцо, и оно с такими вот трещинками. И коробочка на нем такая голубая, песок тоже синий, яйцо обычное такое даже цвета слоновой кости, наверное. И сзади просто головой фон. Потом к лагуне шла вот такая вот книжечка или тетрадочка, не знаю, что это. На первой стороне изображена баночка с химикатами, и оттуда вылетают пузырьки и черепок лагуны. Ой, не лагуна, а просто черепок, Monster High. И внизу, тут белые черные полосочки, тут вот чешуйки нарисованы вокруг вот этой вот картинки, такие чешуйки на голубом фоне, а тут такие вот как бы кружочки даже. Это в горошек фон такой. Тут вот написано «Лагуна Блу» внизу, но вы не увидите, потому что... Вот написано «Лагуна Блу». Потом дальше к ней шла ручка, потому что как же записывать тетрадку, что без ручки. Вот. Очевидно, это тетрадка была. Ручка вот такая, вот она маленькая и очень легко. Может, потерять можно. Ручка голубого цвета. Вверху черепок Monster High. Внизу вот такая вот мягкая штучка, за которую держишься как бы и пишешь. Вот такая вот ручка. Вот и моя лагуна. И это все. До новой встречи. С вами был канал Claudine Wolf Lava 25. Ставьте лайки. Ставьте пальцы вверх, точнее. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне в комментариях. Пока.